Сегодня, 9 октября, православные христиане отмечают День памяти Иоанна Богослова, ближайшего ученика Иисуса Христа. Также святой считается покровителем города Ликино-Дулево. Праздничная служба прошла в храме Иоанна Богослова. Также в этот день состоялся духовный концерт, который прошел в КДЦ «Дулевский». Храм Иоанна Богослова посетил викарий Московской епархии, епископ Луховицкий Петр. Вместе с благочином церквей Антонием его поприветствовал глава округа Евгений Рунов. Сегодня в храме Иоанна Богослова было многолюдно. Здесь прошло архиерейское богослужение. Иоанн Богослов – один из трех самых приближенных учеников Иисуса Христа. Прошел с учителем долгий и трудный путь до распятия. В народе святого считают покровителем художников и иконописцев. Почитаем он и путешественниками. А церковь называет его Божьим странником. Ему принято молиться при дальней дороге. В день поминовения Иоанна Богослова в храме прошло причастие, а также крестный ход. Святой Иоанн считается покровителем города Ликино-Дулево. По традиции в этот день в культурно-досуговом центре «Дулевский» проходит концерт.